никогда никуда не буду вот это перечислять. Я понял. Множество трупов, которые были на улице, складывались мозга, вы знаете, да. Я видал, как трупы везли на машинах. На эти самые дурдатами, там на Серафимовскую правду. Вот, президент открывается, машина вот на деревянных кроватках едет, понимаете. И это все видно. Вот. А я первый раз в Бабаевском в мае месяце. А это продолжалось. У меня дядя погиб 2 января 42 года. Умер от рака. Похоронено было через 2 месяца на Пискаревском кладбище. У нас лежал на балконе, какой-то сейчас кажется. Значит, это тоже, 14 год, это тоже одна из последних годов. Юрий, а вот те картины, вот на фронте, посмотрите.